Привет, это новый анальчик, и мы суем в попу пальчик. Всем привет, у нас получается какой-то неожиданный видеоролик. Со мной Дрофик Мефедроник. Всем здорово. О, привет! И у нас, короче, произошла такая ситуация. Серега, наш Свен-член, который раньше стоял вот здесь вот с правой стороны рядом от меня. У него была такая машина, обычная, просто максимально GTA-шная тачка. И Димон пообещал ему то, что он закинет всему гелик, это будет его персональный гелик, он будет на нем рассекать, просто кататься по всей карте. В общем, с кайфом летать. Да-да-да. И, короче, Серега продает свою личную тачку, понимает же, он же будет кататься на гелике, зачем ему какая-то GTA-шная тачка. Но тут Димону надоумила мысль купить нам, короче, семейную квартиру вместо вот этого дома, купить семейную квартиру, поэтому нужны бабки, и он продает через буквально пару дней гелик. А дальше, я думаю, Димончик нам расскажет самостоятельно, что же у нас произошло дальше. Ну что произошло? Я пошел в казик и все проиграл. Сказочный долбоеб. Как начинается охуенная история. Просто я пошел в казик. Ситуации. Да, короче, суть в том, то, что Димон хотел, короче, поднять бабок, чтобы купить, короче, квартиру. В итоге он эти деньги, которые он продал гелик, просто слился в казино. Поэтому сейчас захожу на маркетплейс, вижу, короче, вот этот вот кабанчик. Понимаю то, что это судьба. Просто он стоит по 550 тысяч, хотя он в магазине стоит 650 тысяч. А Серега просто обожает всякие вот эти вот какие-нибудь старые тачки, типа Мерина, у него раньше тоже был Мерин, я не помню, там какой-то марк, 920 что ли, что-то такое, не помню. Вот, я понимаю, что это судьба, это нужно покупать этого кабана и просто дарить Сереге. Поэтому сейчас мы его идем, естественно, за фетешем, не будем же мы ему стоковый дарить, за фетешем и красивенький, четненький, подгоним его. Ну все, мы эту малышку зафетешили. Теперь она сосочка, конфеточка, просто муа! А как мы передадим Сереге, вы узнаете позже. Поэтому не выключайте ролик, досматривайте его обязательно до конца и не забывайте подписаться и поставить лайк. А сейчас я вам расскажу, каким именно способом мы будем дарить Сереге эту самую машину. Короче, мы ему скажем то, что мы будем снимать один из видеороликов, где мы будем дарить новичкам обычные дефолтные тачки. И сам того не подозревая, одним из участников у нас окажется именно Серега. Поэтому что из этого вышло, смотрим дальше. Мишмаваш. Тут ты индюк, а там немножко другое слово. Это осуждаю. А я обсуждаю, пацаны собрались, где Димон посрал, читаем рэп, едим беляши, кустанаши, мои друзья алкаши. У тебя генерация строчки раз в 10 секунд, блядь. Ты не понимаешь, это чипин-код. Ебать, у меня понос. Моя проснулась и мычит. Надо стыщать. Серега будет. Чем мне проснулась душающий, а правый будет решающий. Так, ну что, короче, всем привет, мы начинаем записывать этот видеоролик. У нас идея ролика такова, то что мы находим максимально новичков на сервере и просто за какое-нибудь рандомное задание, максимально какое-то легкое, даем им тачку. Ну так, чисто на ход ноги, на начало, как обычную тачку, конечно, мы шиковать особо не будем. Ну что, пацаны, есть что сказать? Эти стройки от души. Со мной, короче, сегодня Свен Член, как обычно, справа от меня стоит, и Дрофик Мефедроник слева. Пацаны, давайте поздороваемся. Всем здорово. Опа, приветики. Пистолетики. 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 Задача найти каких-нибудь прям вообще новичков. Поэтому мы сейчас, не знаю, наверное, будет проще разделиться, чтобы их найти. Вот. И будем давать тачки. Поэтому давайте сейчас в next сцену и будем, соответственно, искать новичков.
А тебе, наверное, лучше ту тачку сразу взять себе на руки, заспавнить, чтобы мы могли подъезжать и к типам ее передавать. Иди возьми. А у тебя ключики? Да, вот. Вот здесь рядом ключик прям. Ну садись, или бы тебя докинули, побежали. О, слушай, смотри, вообще прям новичок. Слушай, парень. Привет. Парень, привет. Слушай, ты только играть начал что-то недавно, да? А? Да, и как успехи? 80 тысяч на кармане есть. Я понял, у тебя тачка уже есть квестовая? Я ее уже продал. А у тебя сейчас есть какая-нибудь тачка на руках? Да. Блять. То есть слота у тебя свободного нет сейчас, да? Ну я могу ее сдать в этот. Я понял, мы, короче, смотри, суть в том, что мы можем дать тебе такое небольшое, типа, задание, мы видос снимаем, мы можем дать тебе небольшое задание, если ты выполнишь его такое, ну, прям вообще максимально лайтовое, то мы тебе простенькую тачку дадим. Хорошо, сейчас я тогда свою этот дам. Она простенькая, если что. Ну, у меня тоже, блядь, не супер мега крутая была. Ну, все, все, окей. Давай, да, сейчас на свалку подъедем. Давай. А чё, вот она первая, а вот она первая. Как это спонтанно неожиданно. Мне нравится малышка вот эта. А где моя заспаунилась? Вон она слева, вот здесь на дороге. Поехали на свалку. Так. Вот он и... Да-да, вот он приехал. Слушай, ты только подумай, этот, смотри, тачка, вот эта вот. Вот. Ты готов свою слить, чтобы еще вот эту получить? Да-да. Все, окей, тогда добро. Давай, жду тебя на выходе. Садись, поехали. Ему надо такую срифмовать, чтобы мы угорнули. Ну да, 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 давай, давай, давай. Давай сейчас отъедем куда-нибудь, чтобы народу не было. Едете за мной? Короче, братанчик, задание вообще максимально, короче, простое. Вот. У тебя с рифмой вообще как? Поехали в метро. Ну, могу постараться. Можешь постараться. Короче, просто где-нибудь на протяжении минуты. Сейчас пацаны подъедут, на протяжении минуты нужно что-нибудь в рифматч такое зачитать, вообще прям кайфовое от души, чтобы он где-то, может быть, с рафляночкой навалить. Вот. Зачитываешь что-нибудь на протяжении минуты, и мы тебе даем тачку. Ну, можно попробовать. Давай я тебе, короче, сколько... Также минуту даю, короче, подготовиться, что-нибудь накидай такое в голове, и дальше минуту погнали. Мы уже готовы, мы уже в денте. Ну давайте попробуем. Давай, дядь, погнали, жги. Эй, 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 закинул три блока, ты в жизни не видел ничего, кроме своего блока. Закинул 3 грамма, а ты такого рэпа охуел даже Обама. В жизни заскамил пару девочек. Они хлоп-хлоп-хлоп, мои деньги, ап-ап-ап. Закачал дотку, у меня такой большой фэм. Твоя сука захотела, чтоб я дал ей флот. Бля, так ощущение, как будто он просто где-то текст открыл, да? Лицо одному девочку. А может их было больше. Я засунул твоей девочке пальчик в попу. Ты ищешь меня на улице. Хочешь со мной фотку? У твоей девочки мокрая пизда, посмотрела на твою фото, посмотрела на меня, но обнаружили водоканал, засунул ей хуй в анал. Как-то так фото. Бля, ну концовка сильная, конечно, дядь. Исполнил, исполнил, конечно. Пиздец. Ну хорош, хорош, дядь. Ну чё? Я думаю, за такую можно, за такой трэп можно накинуть, действительно. Чё, пацаны, накиньте ему. Кто накинет? Серега? Кидаю. Давай, сейчас себе вот эту вот накинем. Оп. Кинул. Сколько? Это много. Что-то очень много. А чё ты ему дал? 20 тысяч. Зачем? Ты ему тачку должен был отдать. Еще сейчас тачку дам. А, нихуя себе, Серега благотворитель. Так, что там так сразу, да? Сейчас, сейчас еще это. Спасибо, спасибо. Накинь. Грубо, конечно, но красиво. Ну такое, знаешь, типа, проникающий рэп какой-то, знаешь, проникающий. Да, там было, и в попу, было. И пальчики проникающие, и еще там всякие штучки. Спасибо большое. Все, давай, увидимся на ютубе.
Как называется? Сейчас напишу. Спасибо большое. Все, давай. Давай, удачи тебе. Может быть, это, если рэп-карьер у тебя с этого трека начнется, то, блядь, обязательно вспомни нас. Конечно. Все, кайф, удачи. Так, нам, по сути, еще одного челика надо найти. Ну и потом три, типа. Да, везунчика. А здесь вон типы на мопедах катаются. Стоп. Привет, слушай, не занят? Не отвлеку? Привет, да нет, не особо. Слушай, ты только начал играть, да? Да, да. У тебя слот на тачку свободен сейчас? Тачки нету? Где ты? А я не знаю, у меня ничего нет. А, я понял. Слушай, смотри, мы, короче, видео снимаем, а вот, и за такое небольшое задание, такую первоначальную машинку максимально простенькую можем дать для видосика. То есть выполнить простое задание и получишь тачку. А что нужно делать? А, зачитать репчик. То есть что-нибудь в рифму такой, знаешь, на минуту там максимально кринжовенькое, посмеяться и так далее. Ну, что-нибудь такое накинуть от себя. А готов? Есть варик стихотворение прочитать? Да. А сейчас, ты сам его написал? Нет. Ну я его сдавал в школе. А, ну если прямо оно будет, знаешь, такое максимально кайфовое с выражением, то да, давай. Только давай садись в тачку, отъедем, я тебя потом еще докину куда-нибудь. А, хотя у тебя тачка есть, что потом будет, сам доедешь. А ты меня жестко не заскамишь? На что, блядь, на стих заскамлю? Ты чё? Там был прям. Мы сюда подъехали. Я прям на парковку заехал. Ну вот сейчас я заехал на парковку сюда. Вон, видим. Да. Я не особо. Мы здесь тоже катались, не было. Мне спят все. Да окей. Главное такое, знаешь, прям, чтобы уверенно было. Вот они. Вот, кстати, вот эта вот тачка. Ну, уверенно такое, знаешь. Нормально. Ну, на первое время подвигаться уж точно. Смотри, какая малышка. Нульцое. Муха даже не сидела. Ну что, ты подготовился? Да. Ну все. Жги, дядь. Михаил Юрьевич Лермонтов. Опа. В минуту жизни трудную, теснитель в сердце грусть, одну молитву чудную, твержу я наизусть, есть сила благодатная, созвучий слов живых, и дышит непонятная, святая прелесть. С души как бремя скатится, сомнение далеко, и верится, и плачется, и так легко. Это все, да? Коротенький? Да. Блин, я думал, сейчас будет поэма, типа мы сейчас как войну и мир будем здесь 2 часа стоять. Выпьем за тебя. Ну ладно, если это все. А есть еще, подожди, есть что-нибудь то, что коротенькое, чтобы тогда... Знаешь, еще что-нибудь коротенькое, да. Ща. Прям в интернете даже что-нибудь открой. Слушай, Серег, ты со стволом стоишь как-то опасненько, как будто мы сейчас его... Он такой, знаешь, он говорит, типа, а вы меня не заскамите? Я говорю, на что, блядь, заскамим? На стих? Да, давай. Сейчас. Отмщение, государь, отмщение. Поду к ногам твоим, будь справедлив и накажи убийцу, чтоб казнь его в позднейшие века. Твой правый суд потомству возвестил, чтоб видели злодеи в ней пример, погиб поэт, невольник чести. Пал оклеветанный молвой, тачки куда-то пропали, и жаждой мести, покинув гордой головой, не вынесла душа поэта позора мелочных обид, восстал. Тачки пропали. Не свет, один. У вас тоже не пропали? И убит, убит. Чему теперь рыдание? Похвал ненужный хор. И жалкий лепет оправдания. Судьбы свершился приговор. Не блин, вот это долгая какая-то дна. Его свободный смелый удар. Для потехи раздували чуть заившийся пожар. Что ж, веснитесь. Он мучений последних вынести не мог. Угас, как светоч дивный гений. Уже торжественный венок. Дёрти 10. Все, хорош, только у нас здесь тачки пропали, пиздец. Побежали, до ключика добежим. Сейчас заспавним. Давай такси вызовем. Брат, можешь четверых взять? В багажник одну закинуть. Вон, в синем костюме закинь багажник. Мне в багажник надо. Так здесь пригодится на руках, а не в этом. В багажнике. В багажнике километр. Да. Катанчик проехал чуть-чуть.
Братанчик, можешь чуть побольше прокатить? Тут чуть мне осталось, почти 1000. Опа, выплевываюсь. Давай ему тачку передавай, мы тебя прокатим в багажнике потом, не мрази. А я вылезти не могу. На Е нажми. Залезть в багажник, выкинуть из багажника. На Е нажми просто. А, все, спасибо. Накинь Серёгу. Ты накинул? Да, скидаю. А он уже уезжает. Не повезло, не протонул. А, ты все ему передал. Да, держи на ход ноги. И еще тачку ща. Вон он, побежали туда. Вай, малышка. Чисто москвич, да? Не. Храни ее бережно. Либо сразу слей на свал. От души в ударах. Все, видишь, за скамель настиг тебя. Я дрожаю с каждой секундой, как я на ней танцую. Че, вас покатать? Ой. Вон этого в багажнике повози. Я, по-моему, без прав, парни. Ну это все сильно. Тогда пока не поездишь, значит. Едь, стоп, блядь. Ехай. Так, ну и теперь финальный моментик нашего выпуска надо делать, короче. Да. Поехали на дом. Спавните ргелик, поехали на дом. Так, ну чё? Идите сюда. Сюда вот все. А чё, мы не будем третью делать? Будем. Будем. Сейчас третий будет стишочек считать нам. Короче, ситуация такова. Третий участник нашего видеоролика — это игрок под ником Свен-член. Потому что... Потому что Дмитрий кинул тебя на гелик. Ты продал свою тачку. В итоге, короче... Ну да, да. Поэтому я, короче, хотел сделать тебе подарок. А Димон, когда узнал то, что я делаю тебе подарок, вписался. Короче, 3, 2, 1. Это твоя тачка. Сюда, сюда, сюда. Иди сюда, я тебе передам. Сюда, все, заводи. Блять, нет ключей. Да вылази. Сразу окно привел, блядь. Иди, я тебе передам. Торговля. Отдай трансфер. Это твой гелик. Ага, блядь, гелик. 140-й кабан. Так что теперь, блядь, можешь двигаться на аппарате под названием Mercedes. Mercedes Benefactor. Первый парень зачитал, как он совал палец в анал. Второй парень читал за Лермонтова. Не, это нихуя не с Пермонтова. Серьёзно? Теперь я на кабане. Это как? На не говне. Что это такое? Поднялся. Носками скидался. Очень сильно сморкался. Меня женщина бьет плечо. У меня в холодильнике стоит харчо. Воу, сюда. Вот, короче, все, это твоя тачка, так что двигайся, так что ты вот все, третий участник, который все получил свою тачку. Давай, давай, давай в бассейн, давай в бассейн. А я туда и хотел. Утопили тачку в первый же час ее владения. Короче, вот такой вот у нас видеоролик получился. Мы порадовали двоих новичков на сервере, подарили им тачки. Да, конечно, максимально скромные, но все же, как бы, тачки подвигаться-то можно. Там сдал на свалку, уже какой-то кэш на первоначалку появился. И самое главное, подогнали тачку своему члену Сереге. Просто теперь индюк гоняет на кабане. Охуенно просто. Чисто. Просто будет вот так раздавать. Поэтому спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И увидимся в следующем видеоролике. Всем пока. ББ. Димон, ты попрощайся. Димон, скажи пока. До свидания. До свидания, культурный джентльмен.